Ми прийшли на день народження до нашого доброго друга. Йому вже 55 років, але з ним завжди весело і цікаво. Ювілей святкує Харківський театр для дітей та юнацтва. Перед спектаклем маленьких глядачів розважали веселі аніматори, і всі з нетерпінням чекали тієї чарівної миті, коли на сцені почнеться день народження кота Леопольда. Адже це незвичайний спектакль. Ним Харківський ТЮЗ пишається особливо. Поставив його режисер Володимир Антонов. Що я хотів зробити в самому початку, це вас всіх поздравити. С днем рождения нашего общего, самого главного театра в стране, это театр для детей и юношей. Поздравляю! А який спектакль у вас найстарший? Ну, тот, который сегодня будут смотреть зрители. День рождения кота Леопольда. В 16-м году ему исполняется 30 лет. 30! Его очень любят зрители. И вот сегодня вы увидите, у нас почти все билеты проданы. Поэтому вы увидите, что он такой же задорный, как был 30 лет. И его сегодня также любят уже современные дети. Как те дети, которые приходили на премьеру этого спектакля. Любовь одна и та же к этому замечательному спектаклю. И поэтому это наш талисманчик такой на сегодняшний день. Ребята, давайте жить! Я знайома майже з усіма акторами Харківського ТЮЗу. Це незвичайні люди. Вони дарують нам казку, вони переносять нас у інший світ. Вони дорослі, але в душі діти, як і ми. Здравствуйте, кого ви грали сьогодні в спектаклі? Я грала Серого Мишонка. А были какие-то случаи, когда кто-то из актеров забывал текст или что-то еще случалось? Это, конечно, происходит. Бывает такое, но всегда, когда с тобой хороший, верный друг на сцене, он всегда поможет, он тебе поможет выйти, подскажет текст или скажет за тебя выйти из данной ситуации, более как-нибудь так варьируя, чтобы зритель не догадался. Здравствуйте, кого вы играли в этом спектакле? В этом спектакле я играл главную роль кота Леопольда. Атмосферу находить с нашими маленькими, с нашими такими хорошими и прекрасными зрителями, это всегда, я не могу сказать, что легко, но это всегда как бы идет на одной энергетической волне. Вистава «День народження кота Леопольда» йде на сцені театру майже 30 років. Уявляєте, скільки глядачів її подивилось? Цікаво, а як зустрічали маленькі глядачі Леопольда та невгамовних мишей 10 або 20 років тому? Ви сьогодні бачили Леопольда? Як діти реагували, хорошо? Так. От точно так же діти реагували і 25 років назад, коли вийшов Леопольд. Якщо це класика, дитяча класика, то на неї реагують однаково. Гості свята підготували багато поздоровлень та побажань улюбленому театру. А что ты хочешь пожелать ТЮЗу в день его рождения? Чтобы всегда много детей приходило. И все время и удача, чтобы была всегда. Чтобы больше было интересных спектаклей. Хочу пожелать, чтобы мышки были хорошие, не дразнили кота Леопольда. Мы отважные, мы бесстрашные, мы сильные. Я хочу, чтобы ставили добрые спектакли. Сказка должна заканчиваться победой добра, добром. И чтобы так было в жизни. А не будет все, что было. Я давно сказать хотел, что на драку глупо тратить силы. Нам она нужна для добрых дел. Ярче солнце синий, и меньше два ходи. Головний режисер ТЮЗу поділився планами на майбутнє. Запевнив, на нас чекають захоплюючі театральні сюрпризи. У нас готується нова вистава
«Красна шапочка» має бути. Наш режисер Андрій Лєбідь буде робити зимовий етап нашої роботи. Це буде «Злата Власка», чеська сказка, разом із балетною школою. День народження нашого улюбленого Тюзу став веселим святом і для нас. Тож до наступної зустрічі у Харківському театрі для дітей та юнацтва. Настя Садома, Тіп-Топ новини.